Ziehst du noch nach Russland? Keine Ahnung. Алей-лей-лей-лей. Марина, как тебе отношения мы, Данил? Что? Мариночка, как бы ты повела себя в такой ситуации? Нравится мужчина, в реальную еще не видела. Общаемся только, если я напишу, сказал ему одному жить в кайфе. Я не предлагаю нарушить. Что-то не поняла. Нравится мужчина, в реальную ты его еще не видела. Вы только общаетесь. А если ты пишешь, он сказал, что ему одному жить в кайф. А я же не предлагаю. Типа ты его не видела, а он уже пишет, что ему одному жить в кайф. Но он уже изначально тебе говорит, мне одному жить в кайф, ни на что не рассчитывай. Ты так круто говоришь на своем языке. Мой язык это русский, но немецкий тоже нормально. Кто такая красивая? Маришка, привет, приветики. Марина, ты губы делала прям красиво. Ребят, еще раз говорю, это фильтр. Скачайте этот фильтр, который у меня, он у вас у всех будут такие большие губы. Видно же, что даже фильтр есть здесь на них. Ты говорила, что снималась. Я не говорила, что я снималась на самом деле. Я там была. Это за меня сказали, что я там снималась. И говорили, боже, ты пришла позориться, какой кошмар. Я не знаю вообще, что там делала. Ты не красишь, что даже сейчас нет. Сейчас это фильтр такой красивый. Ja, und zwar gibt es zumal im ersten Mal in einem Halbfinal in einer Europameisterschaft hat es schon mal gegeben. Привет, какие процедуры делаешь для лица? Никакие. Ой. Никакие. Вернешься? Нет. Сочи тебя любит. Спасибо. Какая у вас погода? У нас какая-то непонятная. Сегодня было очень холодно. Меня искусали комары сейчас в лесу. Very soon. Ну, такие вот дела. Ла-ла-ла-ла-ла. Почему не хочешь на дом 2? Не хочу. Ладно, ребят, я уже пришла домой. Всех целую. Хорошего вам дня, вечера.